Привет, мои любимые! Это я, Даша Бынзарь, и сейчас я нахожу своих любимых кустиков. Кстати, про них легенда, что их, да, именно их, по-моему, да? Если я ошибаюсь, поправьте меня позже, что именно их женщины добавляли на блюдо мужчине, который ей там типа изменил или еще что-то, потому что они ядовитые. И типа это было предупреждение. Сейчас я тебя не отравила, но я типа знаю. Блин, я закашляла на этих кустах, плохой знак. Надо от них подальше. Будут они, правда, какие-то ядовитые. Хотя всегда с ними нравится. В общем, сейчас мы с вами гуляем в другую сторону. Обычно мы всегда в сторону центра гуляем. Сейчас мы через центр, в сторону Махмутлара. Здесь смотрите, что творится с набережной. Нам было интересно посмотреть. Ничего, собственно говоря, с ней не творится. Почти ничего не работает. Нас на 4 дня закрывают. А, нас, кстати, закрывают, да, на 4 дня. И 4 дня мы будем сидеть дома, пока праздники. Ну, пока праздники, да, пока этот... Ты решила снимать? Да, тебя в цветочках. Короче, у меня, как обычно, стайл не в тему называется. То есть кепка совсем не в тему к футболке, футболка не в тему к шортам, а тапки вообще не в тему ни к чему. Нормально все, кроссовчик на слове. У меня красивый. Короче, сегодня гуляем по набережной в обратную сторону, потому что все время гуляем ближе туда к горе, а сейчас решили прогуляться в эту сторону. Да, и посмотреть, как здесь жандармы. Кстати, посмотрите, здесь все комплексы новые. Видите? Да, кстати, здесь много комплексов. Да. Слушай-ка, а может быть заглянем к нашим ребятам, которые просили посмотреть их квартиру? Да, они же здесь где-то живут. Они, по-моему, в Лорике и живут, да, вот здесь. Короче, у нас друзья себе почти приобрели недвижимость в Лори Квин. Вот, я его даже отсюда вижу. Вон он. Там, синий, да. Что, дойдем? Давай пешочком, чтобы прогуляться. Ну, пошли пешком, если. Посмотрим, потому что они видели на картинках в компании Summer Home, и они попросили поснимать вживую. Сейчас мы и вам поснимаем, ну, покажем. Да, заодно как раз влог для... Да, и влог для YouTube. Кому интересно. Да, все. Те, кому интересно, как выглядят квартиры в... Волане. Тем, кому интересно, как выглядит... Тем, кому интересно, как выглядит квартира в Алании, смотрите этот влог. Даже мы сейчас пешочком. Не, я предлагаю проехать туда. Пройдем. Объедем сейчас. Объедем. То есть ты вообще никакого шанса похудению не даешь, здесь, да? Шум такой, просто придет. Ну ладно, пойдем. Доехали. Итак, Лори Квин – это первый комплекс, куда мы попали, когда прилетели в Аланию, и я была в восторге. И так мы здесь и остались жить, потому что здесь реально нам все очень понравилось. Если досмотрите это видео до конца, то расскажу вам историю, как мы здесь купили квартиру все-таки. А потом мы ее продали. Объясню, почему, в конце видео. Но сейчас тоже посмотрим то, что мы сейчас будем снимать с ребятам. Они нас попросили. Ну и сами для себя тоже посмотрим. Ну и вам покажем. Такие подъездики здесь. Я такая ностальгия, потому что оказалось, это именно тот комплекс, где мы жили в первый раз, когда мы сюда приехали. Ну да, мы в этом же жили, да? Да, вот здесь же, в этом же подъезде жили. Вот это зеркало, куда мы смотрели. И выход вообще класс. Так, у нас квартира... Что-то зеркало полнит меня, короче. 28, оно, кстати, не полнит. А что, квартира 28, второй этаж, давай пешочек. То уже все, уже приехали. Нажимай. Что, кстати? Кстати, говорю, так и не ходим, видишь, что все время съедем. Ну, есть, потому что вот сейчас очень жарко, 31 градус. Да, очень жарко. Жарко, я пыталась что-то накраситься, но что-то у меня все. Духота такая нереальная. Дашка загорелая. У меня вот не видно. Черная. Мое вот здесь. Черная вот стала, загорелая. Красная, все до снега. А потом что? Белеешь? Нет, третий этаж, Даша. Третий этаж. Ну, пойдем. Прикольно вот эти панорамные окна, да? Всегда видят хуйня красивая. Кстати, здесь тоже будет комплекс строиться наверху. Да. Чуть попозже.
направо, наверное. Это там, где мы жили вообще? Или нет? А, нет. Еще выше. Мы жили в 27-й. Точно, вот здесь мы жили. В 27-й мы здесь жили, а вот это вот соседняя квартира. Здесь я ни разу не была. Но она всегда, кстати, была закрыта. Здесь никто, по-моему, не жил никогда. Да. Так, сейчас ребятам я поснимала. Держи. Да. Может, не тот ключ? 28, правильно. Так, сейчас мы не только на YouTube будем снимать, но еще мне на WhatsApp надо друзьям послать видосик. Поэтому, если что, мы будем немножко так отвлекаться. Короче, смотри, за мебель такая классная. Это Дашулька, короче, показывает своей подруге, здесь которая хочет купить. А я вам покажу. Смотрите. Это такая комната. Здесь, короче, квартира в два этажа. Видите, здесь лестница. Вот, короче, еще раз. Вход. Вот так вот заходишь, там ванная комната, то есть душевая и туалет, туда сейчас зайдем, поворачиваешь вот сюда налево, здесь вот такая вот зона отдыха и кухня. Даша, может, тогда ты как с нами подключишься? Давай, ты уже отписалась ей? Ну, я ей скинула, потом еще поснимаю, давай сейчас, ребята. Короче, а мы здесь вообще в первый раз, мне здесь очень понравилось, здесь, во-первых, смотрите, все уютно, для жизни, да. Смотрите, какой... Офигенный телек, просто он идет огромный. В комплекте. Кстати, его недавно привезли только, потому да, что... все, что вы видите здесь, это уже идет в цену квартиры. Это большая фишка. Вот, смотрите, недавно привезли, даже коробка здесь вот стоит. Да, все новенькое, все. Коробка с тем, что если вдруг... То есть вы представьте, понимаете, да? Диагональ, сколько там написано, я не помню. Не знаю. Короче, если вдруг... 55. Техника, кстати, в Турции именно очень дорогая. И если вот брать вот таким комплектом, конечно, получается выгоднее. И то, что здесь они оставили коробку, это значит только одно, что у вас остается гарантия при покупке. Так, оставлю обратно. Так, дальше, ну, тут что есть у нас? Посудомойка, да? Посудомоечка. Новенькая, кстати, смотри, тоже. Конечно, ты говоришь, кстати, конечно, новая, Даша, это новое все, тут все новое. Ну, блин, я не знаю, здесь не была, вот здесь все новое тоже. Видите? Все, вот здесь никто не жил, эту квартиру полностью обставили, и о, вот сейчас она на продаже. Смотри. Ну, здесь мебель, кстати, как у нас, очень классная. Похоже, я да. Очень довольна. Ну, по-моему, даже столешница у нас такая же. Но я ее очень довольна, не знаю, мне нравится. Здесь единственное, видишь, у нас все, вся электрическая плитка, а здесь есть плюс, тут газ есть. Да, это, кстати, большой плюс. Значит, газ дешевле. И газ дешевле, и еще такая фишка, что у нас индукционная плита, и что мне не нравится, что надо постоянно подбирать сковородку, просто и долго. А здесь прям раз-раз, я хочу вообще себе домой духовочку. Ой, такой, ну, как сказать. На газу, я понял. Мне нравится такая. И еще здесь класс, что вот смотрите, антицарапки. Это царапин, да, прикольно. И цвет. Вот у нас более светлый. Вот вечно дети пачкают. А здесь вот потер салфеткой, ничего видно не будет. Потому что видишь, такое. Так, балкончик, я так понимаю, здесь, да? Здесь два балкона, а здесь один балкон. И с другой стороны. Вот, да. Ребят, здесь, короче, полный фарш именно для Турции. Объясняю почему. То есть здесь у нас занавески идут. Дальше у нас идет вот такая защитная от солнца пленка. Она поднимается. Кто жил в Турции? Понимаешь, эта штука необходима и покупать ее дорого. А если брать сразу в квартире, когда она есть, это получается реально экономия. Ну, потому что когда жарко светит солнце солнечной стороны, я не знаю, здесь солнечная сторона. Солнечная. То это вообще незаменимая вещь. Смотрите. Здесь вид классный на море, на гору. Вот море мы уже видим. Здесь, кстати, будет новый комплекс строиться скоро. Какой-то очень крутой, говорят, тоже. Вот. Так, смотри, мы здесь прям переходим. Да, мы можем зайти. А еще здесь везде сетки, конечно, вот эти стоят от комаров. Здесь, короче, вообще полный фарш. Антимоскитные. Здесь, значит, мы можем зайти. Вот с этой стороны, Дашуль, можем зайти. И там тоже. И здесь да. Такой огромный балкон на первом этаже. Вот у вас вид с балкончика, смотрите. На свой комплекс и на отель. На море, на отель. Отель, кстати, да, Мишель отель. Эту гору уберут. Мишель отель, отель для взрослых. Там с детьми не отдыхают. Да, да, да. 16+ или 18+. Ну, короче, это не мешает никому. Не, кстати, у них дискотеку как-то я не слышала. Здесь жили сколько год, да? Угу. Вот, смотри, видишь, ну, красота. Пойдем на второй этаж, быстренько поднимемся и пойдем. Пойдем еще покажем другие входы, где здесь есть этот балкон. Ну, с этого этажа. Ага. Этот закроем. Давай.
И зеркала. Вот у нас дома нет столько зеркал. Я хочу много зеркал домой, правда. А где еще один вход был, получается? Вот здесь вход и вот здесь вход. Вот нет. Здесь? Здесь? Ну это все, Даша, это все, да, стекло. Это вот здесь. Это, вот это и вот это, здесь все, да, можно то есть зайти. Это все поднимается, если вы захотите, вдруг. Вот сейчас приглушенный просто свет. Дома, просто надо все вот это поднять. Опустить. Если романтику, то опустить, у вас затемнено все будет. А если хотите наоборот. Я считаю, что вечером как раз это романтика, когда вот все открыто со всех сторон. Это все уже здесь делается. И вот это все тоже, кстати, идет в комплекте. Вот это круто. Ну, здесь весь интерьер, который здесь, да, предоставлен. До баночек, до стекляночек. Это все идет в комплект. Все закрою, а потом иду, скажу. Здесь никто не жил, насколько я знала, да? Нет, конечно. Кондиционер новый тоже. Но здесь, Даш, ты просто говоришь, тоже новый кондиционер. Здесь все полностью для жилья. То есть тебе ничего не надо, тебе нужно купить только посуду и заезжай, живи, и привезти свои вещи. Да. Здесь мебель, все как бы все есть. Стиралка тоже есть. А здесь включается. Душевая. Большая, кстати, душевая. Большая душевая, да. Все классно. Как второй этаж, пойдемте посмотрим. Я ведь тоже не была, не знаю. Сейчас потом мы еще второй. А можно это все вылезать из пленки, и я вышлю свои ручки? Можно, я тебе сделаю по минуте. Ой, смотрите, какая красивая картина, солнечная, яркая. Надо нарисовать тоже, да? Можно. Это все, что идет в комплекте, да? Да, это все в комплекте, здесь все так и продается. Очень интересные ручки милые. Просто очень милейшие. Такие шкафчики. Удобные, красивые. Ну да, большой шкаф, кстати. Вот здесь, кстати, тут кондиционер включил или не выключил? Да нет, это я же включил все. В этом. Да. Так, здесь уже тоже зональ. Здесь, кстати, телека не хватает. Надо телек здесь повесить в спальне. Ну, с другой стороны, зачем в спальне телек? Ну да, с другой стороны, а внизу кто хочет смотреть телек. Там такой телек. Здесь тоже балкон прикольный. Да, здесь тоже балкон идет. И тоже вот эти штучки. Вот нам надо такие тоже домой. Потому что, ну, без них реально они еще не так дешево стоят. Ну я почему-то их думаю на балконе сделать. Я все на них жмусь почему-то. Так, вот, вот здесь. Вот здесь. Можно и вот здесь выйти, с этой стороны. Да, здесь тоже большой балкон. Здесь выходит какой? Антимоскитная сетка не купила. Это такой же, он повторением. Здесь еще лучший вид, конечно. А, и здесь лапы еще есть, оказывается. Вообще ты можешь просто посмотреть, что творится с этой стороны твоего дома, с этой стороны, с этой. И туда глянуть. Здесь вид на море вообще классный. Здесь тренажер можно ставить, заниматься, смотреть на море вот так. Класс. А вот туда горы, крыши. Там, да. На горы. Ну, кайфу. Помнишь, у нас здесь друзья жили? Mm-hmm. Через балкон. Алло, да, привет, как дела? Привет. Привет. Клубнику сегодня взяли, да, свежие, да. Да. Все, мы тоже поедем. Да. Ладно. Подруге твоей хватит информации? Показали. А, еще комнату не показали, слушай. Еще одна комната. И один санузел еще на втором этаже. Чтобы не спускаться вверх, тут не только санузел, с душевой. Вот санузел, ванная, душевая, ну и джакузи там присутствует. Короче, вот так вот. А что там, где вторая? Вот душевая, а здесь вторая комната. Ну как у нас было, помнишь? А, ну, кстати, это для детей. Комната, да. Здесь две кровати. Тоже шкаф уже. Шкаф большой. Прям, да, большой причем, да. Ну для детского. Смотри, мне что нравится, что реально вот всякие вот такие вот мелочи, казалось бы, мелочи, но они уже идут в комплект, потому что ты как бы понимаешь, что тебе просто ничего не надо делать, потому что ты все зашел, уже, смотри, все уже дизайнерское решение, тебе не надо нанимать дизайнера. Не надо думать, что покупать. У меня не получается почему-то, хотя я, блин, училась на дизайнера интерьера. У тебя получается писать, но ты... Картины. Картины, да. Везде кондиционеры. А интерьер ты точно сможешь? Вот сейчас дом будет. Вот нет, вот почему-то у меня проблемы с этим, что я почему-то не вижу.
Я, во-первых, начинаю нервничать, не мое. И когда вот я сейчас вижу, все классно, сочетание, такие оттенки классные, серое, черное, красное, все здесь картинами подкрепляется. Ну, вообще класс. Вот надо тоже так же мне научиться. В любом случае, я вижу, когда мне нравится. Ладно, погнали погулять, успеем, пойдем, потому что у нас уже солнце садится. О, как красиво. Сделаешь мне фоточку здесь на балкончике? Ну, давай, что, пойдем? Давай. Телефон у меня есть мой, на. Здесь выйдем или там? Ну, пойдем, там ты открывала уже. Да, потом тоже. Ой, здесь ванная есть. Ванная, джакузи, да. Офигеть. Мне всегда в Турции не хватает ванны, у нас нет ванны. Мы, которые себе квартиру сейчас купили, мы... Ну, там мы сами себе ванну поставим. Точно будем делать ванну, но уже сами. А здесь, видишь, можно сразу приобрести со всем вместе. Ну, вот. Готовую. Квартирка прикольная, да? Опа. Давай, как тебе? Фоткнуть, скажи. О, так круто получается. Мастер, фломастер я. Да, о, класс. А, девчонка какая. Дрянная девчонка. Ох ты. Ай-яй-яй. А ну посмотри. Нет, что-то не то. Подожди, подожди, дальше. Я же в разных ракурсах. Раз, два, три, нет, пять. Ну, подожди, 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 подожди. Вот. Здесь есть. Вот это ничего. Угу. Здесь жирная корова. Даш. Давай без жирных коров. Какая жирная корова? Ну, присядь там, что-то как. А зачем мне присесть? Чтобы что? Длинные, у тебя здесь не фишка в ногах, здесь фишка в образе, который ты смотришь на солнышко и горы. Так вот, смотри чуть-чуть туда. Я. Вот, точно. Ну, вот так вот как-то. Прикинь здесь. Смотри. Что прикинуть? Най-най. Короче, ребят, не выключаю камеру почему-то. Ладно, сейчас буду отключаться, пойдем прогуляемся еще с Дашулькой. Пойдем еще походим, я что-нибудь выберу, надеюсь. На самом деле пришел вам показать кактусы. Смотрите, офигенные здоровые. Кактус-алоэ. Похоже на кактус, но и похоже на алоэ. Но если по-честному, здесь очень красивый вид. Посмотрите, в сторону горы. Шикардосно. Вот, кстати, алоэ настоящий. Вот смотрите, какой мощный просто кактус. Просто мощный красавчик. Сейчас подсвечу, кстати. Потому что что-то не видно уже, да? Где? Во! Смотрите, какой красавчик. Да? Еще один. Я, кстати, топаюсь просто по... Здесь высадили, ну, так гравий положили. Но ничего с ним не будет. И здесь кактус, кстати, зацветает, видите? Короче, кайфово сделали. Огромный тоже кактус. А вид просто бешеный. Да, аж ты идешь, нет? Потом, зашазамишь песни свои. И здесь, кстати, мы еще можем увидеть черепаху сейчас на дороге. Пока Даша там шазамит свои песенки. Короче, сегодня прогуляться успели нормально. И по набережной успели. Еще и на квартирку забежали. Еще и на гору заскочили. Вообще класс. Шазамит сидит, там песенки свои. Как вам видок? Пишите в комментах, нравится, нет? Нравится вообще такой вид? Или что-то не очень, а у нас из окна лучше, типа того. Ну и пишите, где вы находитесь, если у вас из окна лучше. Вот она идет. Красавица. Ой. Ну легкой походкой, легкая. Дерево, да? Аккуратно в кактус не воткнись, пожалуйста. Надо стульчики с собой в следующий раз брать. На стульчиках сидеть. Вон как там, да. Вот видите тачка, ребята? Там на стульчики приехали, сели и сидят. Потому что сейчас запрещено везде. Тише.
Женщина. Короче, с ним попросила Мунечку снять мне видео. Потом Мунечка говорит, сними мне видео и посмотри, что получилось. Вот, по-моему, у Мунечки получается все-таки лучше, чем у меня. Короче, спасибо всем большое за просмотр. Мы вас очень любим. Ставьте, пожалуйста, лайки. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Поздно лампу включил. Не, нормально. В общем, мы вас, правда, очень любим. Пожалуйста, будьте с нами На связи. На связи, да. Мы это очень ценим. Очень приятно ваши комментарии. Реально, всегда прислушиваюсь, чтобы вам еще записать. Вас очень люблю.